Второе богослужение, оно составное и будет совершаться начало в 8:30. И опять же, по окончании и вплоть до 8 часов вечера люди могут приносить пасхальные приношения и освящать. Освящение будет совершаться на улице по мере того, как будут приходить люди. В этот день мы будем рекомендовать, чтобы люди стояли немножко, придерживались той дистанции, расстояния, которое рекомендуют нам медики.